Добрый день, зрители моего канала, подписчики моего канала. Сегодня у нас на обзоре вот такая интересная баня. Я являюсь любителем бани. Вот, ну и сейчас чисто случайно заехал на реку Северский Донец. Вот она протекает. Я в этих местах никогда не был. Ну и подошел тут как мини-турбаза. И хозяин себе сделал баню. Вот хотел вам обзорчик показать, насколько можно самостоятельно, без огромных затрат, сделать баню. Значит, человек поставил обычный вагончик строительный, насколько я понял, вот такого плана. Внутри его обшил, вывел трубу и по периметру поприваривал металлические уголки, швеллерки, вот их видно. Вот. И потом сверху все это заложил диким камнем. Вот вход в эту баню, свод сделанный. Вот так поставлена дверь. И там сама парилка, небольшой такой входик. И вот смотрю, тут как раз, да, видно прямо печечка стоит. Входная дверь в саму баню. И сверху вот елочкой поналаживали камней, а вот приварены вот уголочки. Через сантиметров 20-30 поваренные уголочки. И получается, сверху наложили камней горкой всевозможных. Камни тут, смотрю, и речные, и смотрю, камни привезенные. То есть, кто хочет дома сделать такую баню, дешево и сердито, вот вам проект. Красиво очень сделано, необычно. У меня дома сруб, а здесь вот сделано таким образом. И вот я поднялся на ступеньки, тут еще и сделана вот такая купель интересная. Подогревается снизу дровами. Вот труба, печка. И наполняется водой. И подогревается, и насосом качается. Вот такой вид потрясающий. Беседочка тут сразу сделана. Столик для чаепития. Поэтому вот люди, как говорится, возле реки в домашних условиях делают вот такую красоту. Еще раз покажу вам, как она сделана. То есть, если есть руки, есть хороший сварщик и есть материал, то можно соорудить такую баню самому. Уголки приварены елочкой под верх, не ровно, чтобы камень не падал, а под углом они поварены. Вот видно угол под 45 градусов, и получается, камни, когда налаживаются, они не падают, они стоят. Труба тоже приварены по кругу. Круг из прутка кругло сделано, и наложены тоже камни. Вот, вот такая вот банька люди поставили. Это река Северский Донец, Луганская область. Прекрасный проект. У меня в мыслях не было, что можно такой построить. Большое спасибо подписчикам моего канала за то, что смотрите мой канал. Всем до новых встреч!